Здравствуйте, с вами снова Александр. И сегодня я вам хочу показать аксессуары. Не кресло будет обзор, не коляски, а именно аксессуаров полезных, которые реально облегчают жизнь при прогулках с ребенком. Поэтому я считаю, нужно вам о них рассказать. Они недавно появились в ассортименте первой коляски в магазине, поэтому ссылочки внизу будут, там посмотрите. Вот, покажу я вам три, на мой взгляд, самые полезные аксессуары для мамы и для детей, для колясок, в принципе, в большей степени они будут нужны. Первый аксессуар – это вот этот рюкзак. Я сейчас вам его просто покажу, потом покажу, как им пользоваться на коляске, как его туда крепить. Что он из себя представляет? Это, в принципе, рюкзак, который и мама может одеть. В конце концов, мама поносила, ребенок вырос, пускай себе ходит в школу с ним. Тоже очень удобная вещь. Вот крепление у нас получается на спину. И что из себя представляет сам рюкзак? Рюкзак сам сделан из очень прочных материалов, прям очень прочные материалы. Его даже острым ножом вот ковыряешь, он так проскакивает. Тяжело его повредить. Фишка здесь в том, что здесь очень много отсеков полезных, скажем так. Что мне очень понравилось, спереди есть большой отсек. Вот он, здесь сеточка, куда можно что угодно положить. И три такие термокармашечка. Можете поставить туда элементарно бутылочку теплую, а она будет там долго теплая. Очень удобно. Сам кармашек достаточно большой. Все крепится, все закрывается хорошим металлическим, не пластмассовым, металлическим замком. Дальше. По бокам есть очень большие глубокие кармашки. Единственное, что-то ценное не рекомендовал бы сюда класть, потому что они легко доступны. Если что-то ценное нужно убрать, лучше убрать это к спине ближе. Здесь есть вот такой кармашек, тоже глубокий. Вот, они все с толстыми стенками. И такое ощущение, что он тоже с такой терморегулировочкой, скажем так. Что-то теплое положишь, долго будет держаться. Но я могу ошибаться. Но такой очень стенка похожа. Дальше, что у нас здесь внутри? Что мне понравилось, сумка открывается вот как имеет такой ровный прямоугольный доступ, очень большой, широкий. И вот эти все края, они металлические, здесь металлическая дуга, поэтому он не гнется, ничего. Вот, все, супер. Дальше, у нас внутри в комплект идет вот такой, такое покрывальце водонепроницаемое. Также есть такие пакетики герметичные, в которые тоже можно что-то убрать. Элементарно. С собой еду какую-то берете, почему бы и не упаковать сюда. Внутри также куча кармашков. Кармашек здесь, по бокам, здесь. Плюс он очень глубокий. И, соответственно, засунуть сюда можно много чего. Он такой мягкий, я думаю, даже если что-то хрупкое будет, оно падет, это защитит хрупкую вещь. Так, это что касается рюкзачка. Чуть позже посмотрим его на колясочке. Так, вторая полезная вещь, которая, на мой взгляд, не помешает при прогулках, это вот такой вот органайзер с двумя внутри подстаканниками. Здесь вот сбоку есть подстаканники. Часто люди покупают отдельно пластиковый подстаканник. Да, классно, удобно, но мне кажется, удобнее вот такая вещь. Стоит практически тех же денег плюс-минус. И здесь вы положите и телефон, и бутылочку, и книжечку, и салфеточки, что угодно. Также это крепится на коляску. Сейчас тоже посмотрим, как это на коляске. Материал тоже такая, плащевочка плотная, тоже очень крепкая. И что мне еще показалось очень полезным, мы когда ребенка катали в коляске, нам часто нужно было, идешь в магазин, набрал пакеты, не все помещается в багажник, на ручку коляски это не повесить, приходилось одевать на руку и катить коляску, передавливает пакет руку, это долго нести неудобно, соответственно, мы можем вешать на такие вот крючки. Они двойные, с двух сторон, они выдерживают реально. Я точно сейчас не помню, сколько там килограмм они выдерживают, но хороший большой пакет с продуктами спокойно выдерживает, без проблем. Так что давайте сейчас посмотрим, как это все выглядит на колясочке. Начнем с вами с рюкзачка.
Его можно также прикрепить сюда с крючки. Здесь для этого есть вот такая петля с кнопкой, тоже прочная. Спокойно перекидываем. И, соответственно, вот, все полезное у нас там. Не нужна вам сумка отдельная. Если здесь не хотите вешать, на спину одели и пошли гулять. На мой взгляд, ну, классно придумано, все здорово. Так, что касается крючков, вот я один прикрепил, их вообще в комплекте их вообще два, соответственно, с двух сторон крепим и вешаем сюда 4 пакета. Вам не нужна тележка в Икее, ну или в Ашане, где угодно. Спокойно, пардон, нацепили и едем. И вот нам альтернатива подстаканнику совместно с органайзером. Как это крепится, тоже на липучках, причем крепится на липучках достаточно, все это держится, поэтому вполне себе достаточно надежное крепление. Вот смотрите, как это выглядит: крючочек, органайзер, все, спокойно гуляем. На мой взгляд, очень полезные аксессуары, мелочь как бы, но он реально вот помогает комфортнее гулять с ребенком. Поэтому в двух словах подытожу. Как я вам говорил, вот эти три вещи, на мой взгляд, самые необходимые. Не думаю, что и рюкзак, и органайзер одновременно вам понадобятся. Но для мамы, хотя, в принципе, почему нет? Для мамы вот рюкзачок такой, классно. Можно как сумку вешать, можно на спину одевать. Комплектация жирная, органайзеры, крючки. Почему не полезно? Вот кто со мной не согласится, пишите, пожалуйста, в комментарии. С удовольствием посмотрю ваше мнение по этому поводу. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Хочу поблагодарить первую коляску за предоставленный аксессуарный обзор. И если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать всего доброго и с наступающим вас. До свидания.